Какие требования к кандидатам предъявляются? Это гражданство Украины, возраст от 18 лет, свободное владение украинским языком, полное среднее образование, это для младшего состава, или высшее образование для офицерского состава. Также знание Конституции Украины, закона о национальной полиции Украины и закона про запобегание коррупции. Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн-анкету, а также подготовить документы, которые указаны все на сайте. Все подробно более узнать можно по нашему адресу Троицкая, 20А.